Так, 1 января 2021 год. Мы сейчас в Грации. Время 4 часа. Едем в один из замков, который находится в Грации. Вот про этот замок я говорил, но, к сожалению, окна касса закрыт. Нам придется его поснимать только вот так снаружи. Вот здесь мы забрались на холм. Здесь частные дома, вот. И такой вид на Грац. Вот уже спустились с горы. И идем снова в город. Вот это тоже часть того главного университета в Грации. И вот это, как я понимаю, учебный центр, да? Вот мы нашли здесь один дом, где выращивают каннабис. Так, вот мы приехали теперь в новую локацию. Это Мария Тисот Базилика. Уже 7 часов вечера. Вот как она выглядит. Устали подниматься по лестнице. Это уже за город. Здесь Грация почти не видно. Он вон за тем холмами. Всем привет, ребята. Сегодня 2 января. Сейчас едем на поезде в Зальцбург.
Вот мы приехали в Зальцбург. Это вот вокзал Зальцбурга. Я думал, что будут горы, но здесь нет никаких гор. Все плоское. Так, всем привет. Вот мы сейчас на стадионе Red Bull Salzburg. Вот так он выглядит. Вот мы подошли ко входу. Вот так он вот внутри выглядит, но сейчас он закрыт. Так, всем привет еще раз. Вот я уже рядом со стадионом. Я планировал остаться в Зальцбурге на день или на два, но получилось так, что я не смог снять номер в хостеле, потому что сейчас из-за карантина невозможно снять какой-нибудь номер, и вообще туристические путешествия запрещены. Поэтому сегодня же буду возвращаться в Вену. Вот так получилось. Ну, хотя вот поснимали стадион Зальцбурга. Вот я пришел в загородную часть Зальцбурга. Здесь вот такой торговый центр. Европарк называется. Вот так, пока что он закрыт. Так, вот, теперь мы возвратились в город. 8 часов вечера. Это вот набережная. Река называется Зальц. Вот это такой довольно известный мост. Так, это уже внутри города, по ту сторону реки. Это вот такая пешая улица, где есть все магазины. И сейчас они летят. Это вот уже центральный парк, точнее центральная площадь. Это вот, я предполагаю, что это дом, кафедральный собор, точнее всегда в центре города. Вот смотрите то, что вы видите, это вот гора, ответственная гора, и впритык к ней построены вот дома. Там даже, мне кажется, дорога проходит по туннелю сквозь эту гору. Здесь вот есть даже пеший проход, вот эта гора, и под ней прорыта туннель. Вот, смотрите. Вот я о чем говорил, вот туннель. Но только это туннель для велосипедистов. Вот. И вот здесь машины проходят, вот. Туннель. Прямо у горы.
9:30. Я уже сел на поезд в Вену. И вот на этом наше путешествие заканчивается. Я еду в Вену. Всем спасибо за просмотр.